На пресс-конференции зашла речь о независимости и суверенитете. Владимир Путин, в частности, отметил, что в современном мире все государства взаимозависимы. А Александр Лукашенко, отвечая на вопросы журналистов, заявил, что Россия и Белоруссия готовы объединиться, если к этому готовы их народы. Мы готовы настолько идти далеко в единении, объединении наших усилий, государств и народов, насколько вы готовы. Слушайте, мы завтра можем объединиться вдвоем, у нас проблем нет. Но готовы ли вы, россияне и белорусы, на это? Вопрос. Вы готовы сегодня поступиться или торговаться суверенитетом? Я не о независимости говорю. Для меня независимость – это понятие относительное. Полностью независимых государств в мире просто не существует.